В Анапе установили 5 новых воркаут-площадок. В церемонии открытия одного из спортивных комплексов приняли участие вице-мэр Игорь Викулов, депутат ЗСК Алексей Аксенов, депутаты Совета города-курорта Дмитрий Загвоздин и Леонид Демурчев, председатель молодежного совета при главе города-курорта Анапа Никита Ванков. Они приветствовали молодежный актив и отметили, что в Анапе создаются уникальные условия для развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни. Площадь каждой спортивной зоны составляет порядка 200 метров. Территория оснащена безопасным резиновым покрытием и универсальными снарядами, которые подходят для любого уровня подготовки. Установлены турники, планки для отжиманий, рукоход, шведская стенка, гибкие и параллельные брусья. При обустройстве площадок выполнены просьбы местных жителей. В Витязево на Пионерской 14 добавлено баскетбольное кольцо. В Анапе на Лермонтова 80 появилась зона пара-воркаута для маломобильных граждан. Еще 3 спорткомплекса расположены вдоль улицы Ленина в районе домов 161, 177 и 181. Мэр Анапы Василий Швец поручил до конца года в городе и сельских округах установить 27 воркаут-площадок. До 2025 года более 100. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – магазин «Фермерские деликатесы». Магазин «Фермерские деликатесы» – это доступные цены и премиальное качество от лучших хозяйств Кубани и не только. Порадуйте себя и своих близких настоящими деликатесами. Вы ищете белорыбицу, чавычу, палтус, нерку, морские мясные деликатесы, а может сыры, полуфабрикаты или вкуснейшие украшения праздничного стола – красную и черную икру? Тогда вам точно нужно зайти в «Фермерские деликатесы». Каждый четверг у нас на рыбную продукцию скидка 10%. Во вторник мы приглашаем получить всех желающих скидку на мясные колбасные изделия, также 10%. Продукты в магазине «Фермерские деликатесы» по адресу улица Крымская, 177. Это всегда гарантия высокого качества. Здесь каждый, даже самый искушенный гурман, найдет себе что-то по вкусу.